каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. С 2019 года всем желающим переселиться в малые села власти Тувы будут бесплатно давать земельный участок. Глава республики инициировал это дополнение в региональный закон о земле еще в октябре прошлого года. Накануне Нового года парламент одобрил его, после чего он был подписан председателем правительства Тувы и вступил в силу. Отметим, что поправка призвана поддержать желание граждан, особенно проживающих в городах, переехать в сельскую местность в деревне с населением менее 1000 человек. С 2018 года в Туве стартовал губернаторский проект, цель которого – возрождение и развитие малых сел. В республике под этот статус подпадают 66 поселений, в которых сегодня проживает в общей сложности около 5500 человек. Льгота распространяется на жителей Тувы, ранее не получавших государственную поддержку и не имеющих в собственности никакой недвижимости на территории выбранного для жительства поселения. Человеку достаточно подать в местную администрацию заявление, приложив копию схемы участка из кадастрового плана. Решение о предоставлении земли будет принято в течение месяца. Каждый из переселенцев может рассчитывать на участок в 1000 квадратных метров. 5 новеньких автомашин УАЗ-фермеров отправились в Тысхемский, Дзунхемчикский, Лукхемский, Тандинский и Авюрский районы. Они предназначены для работы сельхозуправлений районных администраций. Ключи от машин вручил глава Тувы, который пояснил, что эти транспортные средства передаются по итогам работы управлений в 2018 году. Специалисты управления – ключевые фигуры в хозяйстве района, примерно как директор совхоза. Ему до каждой стоянки надо доехать, до каждой кормозаготовительной бригады, чтобы, как говорится, держать руку на пульсе, доподлинно знать, чем нужно помочь каждому из арадских хозяйств. Одному доктора привести, другому ветеринара, у третьего проблемы с техникой, срочно нужен хороший слесарь, у четвертого корову украли, участковый требуется. Так что такая рабочая лошадка, как фермер, для сельхозуправлений очень даже подходит. В минувшие дни в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний прошла коллегия по итогам прошлого года. Одной из главных тем коллегии было взаимодействие службы с правительством и ведомствами региона. Так, в рамках соглашения за прошлый год Министерством труда и социальной политики закуплены форматораскроечный станок, макаронный станок, петелечный станок на общую сумму 700 тысяч рублей, которые переданы в исправительные учреждения на безвозмездной основе с целью увеличения количества осужденных, привлеченных к труду в рамках программы трудовой реабилитации. В ноябре сотрудники УСИН приняли участие в проведении круглого стола по вопросам профилактики рецидивной преступности. В соответствии с планом основных мероприятий УСИН России на 2020, до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, в СИЗО камера предназначена для содержания беременных женщин и женщин с детьми, оборудована деревянными одноярусными кроватями, установлен пеленальный столик, детские кровати, также закуплены игрушки. Кроме того, Министерством образования и науки республики по обращениям уголовно-исполнительной инспекции было выделено 6 путевок в летние оздоровительные лагеря республики для несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества. К проведению мероприятий с несовершеннолетними регулярно привлекались сотрудники Республиканского центра психолога медико-социального сопровождения «Сайзерал». В 2018 году в сравнении с АППГ на 7,2% возросло количество осужденных, погашающих исполнительные листы. Общая сумма возмещения ущерба по сравнению с АППГ выросла на 1 миллион 129 тысяч 800 рублей и составила 8 миллионов 100 тысяч рублей. В целях самообеспечения учреждениями в 2018 году заготовлено зерновых 119 тонн, картофеля 523 тонны, овощей и бахчевых культур 101 тонна. Отмечается, что в рамках соглашения между правительством Тувы и службой исполнения наказаний в исправительных учреждениях проведены дни районов с представителями администрации 6 районов республики. Стала известна тема Красноярского экономического форума. Мероприятие пройдет с 28 по 30 марта. Тема 16-го Красноярского экономического форума – «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». Как подчеркнул зампредседателя правительства края Сергей Верещагин, одной из дискуссий форума станет крупный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».
Он нацелен на совместное экономическое развитие трех регионов – Красноярского края, Тувы и Хакасии. В него входят инвестиционные проекты крупных компаний и финансово-промышленных групп. Предполагается строительство железной дороги, освоение ряда месторождений полезных ископаемых, развитие сельского хозяйства. Планируется, что за 10 лет сумма инвестиций составит порядка 500 миллиардов рублей. За прошедший год его инвестиционный портфель и количество участников увеличились более чем в 3 раза – примерно с 500 миллиардов до 1,8 триллиона рублей. Напомним, что тема прошлогоднего экономического форума звучала как «Россия-2018-2024. Реализуя потенциал». И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 33 копейки, евро стоит 75 рублей 58 копеек. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. ДТП с тремя погибшими. Госавтоинспекция и Следственное управление регионального МВД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека, в том числе трехмесячный ребенок. 20 января в дежурную часть полиции Улукхемского района поступило сообщение о том, что на подъезде к селу Таргалык произошло ДТП – наезд на стоящую машину. Следственной оперативной группой предварительно установлено, что 55-летний водитель ВАЗа, двигаясь в сторону села, въехал в стоявшую на проезжей части ГАЗ-3307. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте происшествия скончались водитель автомашины ВАЗ и 56-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-21140. Во время доставления в медицинское учреждение также погиб трехмесячный ребенок. Предварительно установлено, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок находился на руках женщины на переднем пассажирском сидении. Миноборнауки Тувы провело республиканское собрание для родителей и выпускников 9 классов на тему «Выбор предметов на ГИА». В собрании в режиме видеоконференции помимо родителей и выпускников приняли участие учителя образовательных организаций. Заместитель министра образования и науки Елена Хардикова подробно рассказала о выборе предметов на ЕГЭ и отметила, что их выбор является важным этапом подготовки государственной итоговой аттестации. Заместитель министра порекомендовала выпускникам внимательно изучить сайты ВУЗ, где с 1 октября опубликованы требования к абитуриенту 2019 года. Родителям она рекомендовала заботиться о создании благоприятного психологического климата в этот важный период, поддерживать детей во время выбора предметов и подготовки к государственной итоговой аттестации. Восьмого февраля в Доме народного творчества состоится республиканский конкурс среди вокально-инструментальных ансамблей «Три аккорда», посвященный 30-летию завершения выполнения задач советской армии на территории Республики Афганистан. Организатор – Республиканский центр народного творчества и досуга, учредитель – Министерство культуры. Для участия в конкурсе приглашаются вокальные ансамбли культурно-досуговых учреждений республики, продюсерских центров и музыкальных студий, а также рок- и поп-группы, возраст основного состава участников которых старше 18 лет. На суд жюри и зрителей коллектив-участник представит две песни, одна из которых на афганскую тему. Главное условие – живое исполнение произведений. Конкурс среди вокально-инструментальных ансамблей «Три аккорда» проводится с 2017 года. Обладателем гран-при первого конкурса стал Виа, сын Танды Эде, Тандынского района, который получил ударную установку. В 2018 году на одной сцене сошлись 13 коллективов. Лучшим признан Виа Сайзырал из Чедыхольского района. На сегодняшний день в республике действуют более 20 вокально-инструментальных ансамблей, среди которых три коллектива имеют звание «Народный». На сегодняшний день в Кажунах республики проводятся отборочные туры конкурса среди вокальных инструментальных ансамблей, и победители будут участвовать 8 февраля в Доме народного творчества. А самым обязательным условием является живой звук.
На первой республиканской интерактивной радиостанции «Голос Азии» стартовал новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Кто сегодня стал лучшим и забрал приз квеста «Замес майонез»? В качестве подарка крем для рук и ночник от магазина бытовой химии «Химтоп» на Юнокурседе 103/2. Сегодня загадка была очень простой. Речь шла о популярном месте среди молодежи начала 2000-х годов. Не только там дороги строить учат, еще там есть спортивный стадион. Подарок те искатели получат, кто первый вспомнит мягкое мороженое в здании том. Увидим, как это было. Здравствуйте. Участвую в акции «Замес майонез», да? Да-да-да. Слушай по радио. Чтобы вам принять участие в квесте, достаточно слушать радио «Голос Азии» ежедневно по будням с 13 до 14 часов. Ведущие объяснят все правила и расскажут, кто является партнером конкурса. На этой неделе победители получают подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп». Пятигорская фабрика «Ангелина Сэм» в Кызыле. Шикарные шубы по очень приятным ценам от производителя. Роскошные меха от «Ангелины Сэм» сделают ваш стиль совершенным. Норка, писец, мутон или различные комбинации. Здесь каждая найдет то, что подчеркнет ее статус и изысканный вкус. «Ангелина Сэм» – это низкая цена и высокое качество, и роскошь, доступная каждому. Действует гибкая система скидок. Акции рассрочка 00/24. Для оформления потребуется только паспорт. Меха от фабрики «Ангелина Сэм» – это роскошь, доступная каждой. Выбирай свою шубку уже сейчас, оплати потом. Сейчас у нас действует акция при покупке норковой шубы путевка в Пятигорский санаторий в подарок. Выставка продажи меховых изделий от пятигорской фабрики «Ангелина Сэм» ждет вас с 22 января и по 27 января включительно. Торговый дом ЦУМ, цокольный этаж. Улица Тувинских добровольцев, 22. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -32, -34 градуса. Днем -21, -23 градуса. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.